Вы на канале улицы Москвы, и мы находимся на улице Парковой в поселке Новобратцевске, формально являющемся территорией Московского района Митино с 1992 года. Вот даже тут ЖК есть на Парковой улице, новый. Но в основном район представлен старыми пятиэтажечками. Есть три улицы: Парковая, Фабричная и Центральная. Являлся рабочим поселком фабрики Победа труда. Такое же и имел официальное название. И через поселок также проходит Путилковское шоссе, которое ведет в том числе и в Путилково, где сейчас строится очень много жилья. Вот. И Путилково от Новобратцевского отделяет река Сходня. Ну вот такое Митино есть нетипичное. Недавно мы были с другой стороны, там, где ближе к Пенягину, прогулялись по Пенягинским проездам, улице Пенягинской, Варовскому переулку, Рославке, Володскому переулку и улице Зенитчиков. Там тоже далеко от метро, как и здесь, но находятся эти территории по разные стороны от метро. Это восточная часть района. Ну и вот такое, наверное, Митино видеть нетипично, старыми пятиэтажечками, так как в основном все-таки Митино застраивалось в 80-е. Ну, сюда также вот на автобусе можно как и от фиолетовой ветки метро планерные, так и от станции метро Митино доехать на общественном транспорте, которым наверняка и пользуется Путилково. Ну, посмотрим, я не знаю, мы сейчас пойдем туда, не пойдем, по настроению. Такие дворики больше на подмосковные похожи, но московское благоустройство. Это сразу ощущается. Там шумит Путилковское шоссе. Шумит Путилковское шоссе, которое длиной свыше 5 километров, и на котором мы бывали со стороны Митинского радиорынка. А здесь вот влево отходит улица Центральная.